Это реакция на войны клонов, чуваки. Смотрим. Продолжаем смотреть. Lucasfilm Limited Production. Звездные войны. Войны клонов. Часть вторая. Скрытый ученик. Так, интересно. Чей? Мола? Да, полагаю, у нас с тобой достаточно общих друзей. Я бы так не сказала. Не сомневаюсь. Я был уверен, что Кеноби явится сюда лично. Возможно, вместе со своим верным жеребенком, Скайуокером. Почему Кеноби отправил сюда тебя? Если ты сдашься, мы сможем спросить у него вместе. Еще рано. Дарт Сидиус, лорд Ситхов, который положил начало войне клонов и манипулировал обеими сторонами. Впервые я услышал о нем от графа Дуку. Граф Дуку мертв. Энакин убил его, спасая канцлера. Со смертью Дуку мы потеряли важную нить к раскрытию тайны Дарта Сидиуса. Вон, оказывается, меня отправляют в таком за генералом времени мы Гривусом оказались. На Утапау. Я еще не дошел до этого. Мол, прошелся по каждому из нас. Поочередно. Спрашивал о вас. Мне необходимо узнать некоторые вещи. Ты мне в этом поможешь. Я могу повторять вечно, раз ты глухой. Я тебе ничего не скажу. Ответь мне, кто такая Асока Тано? Зачем ему это знать? Просто готовится, типа. Ты сказал, он хотел заманить Кеноби. Зачем? Ему был нужен не только Кеноби. Должен был прийти кое-кто еще. Кто? Как бы я хотел припомнить имя. Молу. Пришло видение. Сон. В нем он услышал имя. Какое? Скай Уокер. Как только мы задержим Мола, Республика оставит мир. Тогда ты сможешь стать их главой. О. Именно так. Госпожа, разве так обращаются со своим законным правителем? Он ее может убить спокойно. Скажешь уже, ради чего все это? Или предпочтешь сообщить совету? Нет-нет. Я хочу обратиться именно к тебе. Мы оба были орудиями главных игроков. Я заставлю тебя ответить перед законом. Законы — лишь инструмент власть имущих по поддержанию текущего порядка. Нет законов, нет справедливости и нет порядка, кроме того, что придет ему на смену. Эпоха джедаев в прошлом. Его остановим. Лишь мы с тобой. Вместе все принятые тобой решения вели тебя к этому мгновению. Неплохо. Но она не согласится. Круто. Я помогу тебе. Только ответь на один вопрос. Почему тебе важен Энакин Скайуокер? Он тот, кто восстановит равновесие? Он уничтожитель. Ты врешь! К сожалению, нет. Твои видения не верны. Похоже, ученице нужно преподать последний урок. Блин, ну так-то вот опять был шанс, что история пошла бы вообще по-другому. Неожиданно было от Мола. И от Асоки неожиданно было. Но он мощный, мощный.
Щит. Устала. Лорд Мол, дело плохо. Врагов слишком много, нужна ваша помощь. Я ее не окажу. Мой корабль должен скоро прибыть. Славные смерти, Мандалорец. Нет. Мы могли уничтожить Сидиуса. Чтобы ты потом занял его место? Ай-яй-яй. Фак. Ого! Отпусти меня! Дай умереть! Всех нас ждет гибель! Ты совершаешь ошибку! Блин, а... Еще одна крутая часть. Неожиданный поворот. Очень круто вообще. Мол, конечно. Ну понятно, каждый ученик ведет себя так, ситха. Ну нет, не каждый. Дар был настолько глуп, столько лет был просто учеником Сидиуса. Вот. Но... Да и Дуку, по-моему, тоже не планировал как-то сместить. А, нет, что-то было вроде. Или ему просто преподавали урок. Но ученики Дуку зато пытались его победить. Так, ну чё, вот больше... Вот что мне больше всего понравилось, это вот как раз-таки диалог Асоки и Дарта Мола. Реально, вот история могла бы просто иначе сложиться. Если... Блин, вот тоже интересно было бы посмотреть. Выпустили бы они тоже проект, как Marvel, типа, а что если? И показали бы там вот это. Типа, какими... Типа, какими могли быть Звездные войны. Вот. Очень красивая анимация. Взрывы, этот вот задний фон, когда дрались Асока и Дарт Мол. Вообще прям, ну, чувствуется прям уровень круче, чем предыдущие сезоны. Вот, все-таки она победила Мола, даже без мечей. Вау, очень круто. Классная серия, как вам в комментариях. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк. Всем пока. Check it out.